Мы на месте. Мы приветствуем Наталью, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанс. Ты знаешь, она доверит. У да. нее в биополе угу. как ворота перед ней, и она пытается их открыть, дергает за ручку, но они не поддаются. Контракт, да? Я не знаю, что это. Похоже, хорошо. Первый раз такое вижу. Ну, сейчас разберемся. Хорошо, сканер, просканируй, пожалуйста, сейчас Наталью. Отключи эти ворота. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, все это выходит. И как это все выйдет и отключится, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Ну, эти ворота в клетке, гуманоид рядом. Снимаются маски и голограммы, гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. Хорошо. Откуда это гуманоид? Он как мыслеформа. Он показывает. Выстраивая каналы вот этого гуманоида к другим, с кем он связан, притягивая всех в клетку-тюрьму, если такого есть. Стоят в клетке-тюрьме. Ну вот он притянулся сейчас. Уже два стоит, да? Нет, это мыслеформа. И она мыслеформа, это как осталось у нее в голове, что ли. Он с ручкой и бумагой протягивает, ей трясет. Чем ты там трясешь? Кто ты такой вообще, гуманоид? Понятно. Он ей контракт подсунул, на который сон ей приснился. Понятно. Хорошо. Он в клетке сейчас или где он находится? Хорошо. Откуда ты, паразит? Сириус. Почему ты пришел? Энергию он увидел. Отлично. Хорошо. Ты хочешь энергии, ты за энергиями пришел, ты их получишь. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо, гуманоид. Сейчас я спрошу Наталью, если она скажет тебе это засунуть в рот твой, я тебе это засуну. О, подожди. Нет. Мы проверяли, мы чистили этого Видишь человека. Видишь же контракт на стадии подписания. Ты обманом вошел, ты пришел с контрактом на шиншиллу во сне. На разрешение на операцию. Ты что думаешь, ты меня за идиота считаешь или как? Это осознанный контракт? Это даже обманом нельзя назвать, это просто блеф полнейший. Так легче заключить контракт. Ну хорошо, а мне легче. Даряна, любовь к ближнему. А мне легче уничтожить тебя, чем вытаскивать вот эти твои подключки. Вот такая дилемма, понимаешь? Давай проверим Наталью. Команду сканера. Сканер, сканер. Пространство над головой Натальи под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Натальи. Находит все. Сканер вытаскивает также все, что не обнаружено и осталось на частотах гуманоида. И выводит это из биополя. На чистое. Сколько у меня сейчас энергии, посмотри. 78%. 78%. И сколько, какая частая вибрация? 25. Хорошо, посмотри, сколько энергии нужно Наталье, какая частая вибрация будет ей полезна. 350 и 28. На щедрую макушку головы Натальи начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350%. Каждый 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. На счет 3 Наталья дает удар по каналам, сжигая их. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Получилось у нее? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, канал выходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, гуманоид. Возвращаемся к нашей живой плазме, которой ты так стремился. Ты готова ее принять? Нет, конечно. У тебя есть что-то предложить? Скольки душам ты подключен? Это твой единственный шанс. Смотри, он показывает. Угу. То, что он сказал, это он сыграл на любовь к ближним. От этого возникает у человека страх. Этот страх выходит с человека энергией и ставит барьер перед ним. Это так выглядит, как забор. Он не может пройти через этот страх, потому что он не знает, что делать и как защищаться во сне. От незнания страх усиливается. Это я знал. Ничего нового. Итак, есть что-то предложить или нет? Ты знал, но она не знала. Это было для нее. Я 3 раза спрашиваю. 2 раза я уже спросил. 3-й раз. Есть что предложить или нет? Есть другие подключки, да. Хорошо. Ли, я прошу ее выйти тебя со мной на связь. Приветствую.
Приветствуйте, Али. У меня здесь гуманоид Сириуса, который очень хочет, горит желанием прийти тебе и рассказать о всех, кому он подключен, дабы исправить ту ошибку, которую он допустил. Я полагаю так. Если хочет, не смеем отказать. Конечно, нет. Он забежал туда к ним. Забежал? Угу. Сам? Угу. По-моему, он не хочет с нами общаться. Ну ладно, вроде вежливо с ним говорили. Хорошо. Сказал, что все расскажу. Рассказывай, рассказывай. Обязательно расскажи. Забрали. Всем еще своим расскажи, гуманоидам. Это будет самое важное. Хорошо. Итак, Наталья, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне очень нравится энергия, напитанная энергией, вибрации поднялись. Хорошо, сканер. Просканируй, пожалуйста, сейчас включи медицинскую программу. Просканируй глаза, спину и язык. Почему они не восстанавливаются? Кто мешает или что мешает регенерации? Пошел процесс. Это привычка биоробота. Привычка биоробота, она повторяет какие-то привычки? Привычка биоробота испытывать боль и неудобства. Когда она закачивается энергиями, и нужно представлять, как наполняет тонкие тела, они заходят в физическое тело, особенно больные места, заполняя их надо и программируя на жизнь. И на исцеление. И надо этот момент обязательно очень важно такое слово прочувствовать. Потому что эти места они как атрофированные на физическом теле, их серым показывают. Все правильно, там воздействие было, нужно время для восстановления. Хорошо, Наталья, вы поняли причины и что вам нужно изменить при заправке энергиями? Направляя свои родные энергии осознанно. Можете вслух говорить, если вам это помогает. Направляете их в больные места, например, глаза, спину или, например, язык. Представляете себе, как эта энергия приходит, и она действительно приходит. Вы должны ее прочувствовать, сконцентрироваться на ней, посмотреть, как она исцеляет ваши клетки больных органов. Когда этот процесс закончится, вы даете команду, синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И почувствовать обратную связь с вашим органом. Это значит, все получилось у вас. Так лучше, понятно? Мне нужно добавить, что эта энергия животворящая. Это значит, энергия наполненная особенными вибрациями. И прочувствовать, как эта животворящая энергия распространяется по ее биороботы и больным местам, заполняете серость и атрофированные проблемные места, вынося туда жизнь. Лучше не скажешь. Благодарю за этот ответ. На этом мы закончили. Наталья, вы все поняли? Да. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.